А вы здесь жили, да? Да. А вы не знаете, у Мурзовых остался кто-то живой? Все живы. Все живы? Вон их не карты. А, так там все в порядке, да? Вот, ага. Раз, два, три, четыре. Да, знаю. Пять. А у вас? У нас все. Ну, смотри, вообще ничего. Вот я сейчас у зятя был там, в Алмыковой комнате. Угу. Ну, диван там, компьютерный стол. Даже мячик уцелел. Мячик уцелел. Ну, вот он тренируется, ходит гандбол. А почему произошло, не знаете? О, я вон где живу. Ага. А они, он босиком, ну, прибежал, говорит, полтретьего где-то. Горим, откуда я знаю? Не знаете? Проводка? Не знаю, какая проводка. Сразу с двух сторон загорелся. Подожгли, да? Ну, если с двух сторон, то какая проводка? Ну? Да, это смешно. Место хорошее. Жильцы утверждают, что с двух сторон. Да. Страшно вообще? Ну, а как? Если 9 трупов, как ты думаешь? Мы тоже близко живем в центре, тоже все время боимся. Если учитывая, этот двор почти весь выгорел, 30-й. 28-й весь сгорел, и половина нашего 26-го. А у вас в квартире как? А у нас ничего еще нет. У соседа потолок сгорел, и нас залилось. То есть вы без крыши сейчас живете? Он сейчас потолок частично сделал, но сейчас собираемся крышу делать. Сами, да? Ну, а кто будет делать? Не знаю, город. Сейчас комиссия придет. Не знаю, что они сказали. Ждем комиссию, когда придет. Он внук бежит. Хорошо, что мячик нашли. Да не, он уже новый купил, сходил. Вань, спроси у мамы, а где иконки, она говорит, под диваном. Иконы где под диваном? Я попробовал выдвинуть, где там? На, как? А ну, кушай мороженое. Опа!